Ну и снова здравствуй, зритель. Сейчас тебе быстренько обозрю, что я тут, короче, заказала. У меня на кухне есть такая полочка. Вообще, если Умка, Угличская мебельная фабрика, говорит вам в рекламе, что она сделает все по вашим меркам, даже если оно не вписывается в стандарт, не верьте. Сделали они, конечно, ни хрена не по меркам. Там такой кусок свободный. И фиг что туда вставишь. И искала и рыскала я долго, но однажды мамина подруга мне посоветовала один магазин, где вот эта вот фигня была. 2007 года там она лежала, в общем, 570 рублей она стоила. И тут я, значит, полазала и нашла только на одном единственном сайте, который MyShop. Отдельный плейлист я им делать не буду, этот MyShop, потому что, как бы, не знаю, буду ли я там что-то заказывать. Сайт, на самом деле, очень неудобный. Я еще думала назвать этот ролик MyShop вариация Озона, или как-то так уже мыслью потеряла, но когда шла домой на остановку еще с базовой выдачей, то у меня была еще эта мысля такая красивая. Ну, типа, заменит ли MyShop Озон? Ни хрена подобного. Ну, в чем-то там, конечно, да, но там нет еды. Аптеки и прочие требухи, короче, там еды нету. Но вот что-то там действительно можно найти. Там мыльная основа, там много всякой интересной требухи есть. Но вот если что-то по их меркам может разбиться, то вы за это еще доплачиваете за доставку. Доставка на базу выдачи, хоть мне и говорили в нашей базе выдачи, что она халявная, ни хрена подобного. Там 79 рублей доставка на базу выдачи. Можно заказать почтой по предоплате или наложкой. Можно заказать курьером, там что-то вообще запредельное. Ну, может, по сравнению с Озоном и не сильно запредельное, хз. Короче, 79 рублей доставка на базу выдачи. И весь заказ у меня вышел на 660. 581 рубль на 11 рублей дороже, чем вот эту штучку покупала в обычном магазине. Стоит эта фиговина. Короче, один в один такая же фиговина. Заказ я делала, по-моему, в воскресенье, что ли, утром, поздно ночью, или хз, или в понедельник. Короче, суть такая, что ее вчера отправили со склада, а сегодня она доставилась. Я ее забрала. И мне даже выдали пакетик Озона. Я думала, что пакетики Озона выдают только если ты с Озона выбираешь. А у нас там база выдачи и Озон. И вот этот MyShop вроде еще пока-то нет. В общем, такая полочка, которую я купила. Мы с тетей в основном она мне помогала, потому что у меня руки не осталось места растут в этом плане. Тяжело мне как-то. Ее в собачью вставили там ее в уголочек на кухне с роликом, где вот, по-моему, вот я там говорю, что я там пиццу выиграла. Как раз вот видно этот кусочек. И, в общем, ее можно отсобачить эти крышечки и присобачить к ней еще одну такую же полочку пластиковую. Вот вам счастье. И вот, вот здесь, вот в этой коробочке, вот эта вот штуковина. Пленкой она пищевой переупакованном. Короб такой без дна зафигачено. Там можно оплатить картой, можно Яндексом, можно чем угодно оплатить. Регишься ты как частное лицо, либо как физический там представитель, либо еще какая-то требуха. И еще там есть накопительная скидка. Я, правда, еще ни хрена не поняла, как она действует. Ну, там 20, максимальная скидка 25% от суммы, видимо, всех заказов. Как-то так. Даже группа ВКонтакте у них есть, и где они только не есть. В общем, вот так. Сейчас я это как-то... Надо было, конечно, этот самый ножик бы взять. Ну, вот я собачила. Вот так оно. Надо было, наверное, подальше отъехать. Открывается оно вот так вот книжечкой, можно сказать. И вот здесь вот эта штуковина. Один в один, как у меня была. И тоже она в ноябре 2017 года сделана. Номер партии 26, упаковщик 19, дата ноябрь 2017 года. Это жирка универсальная 2 для кухни, для ванной. 34,5 сантиметра на 31 и умножить на, ну, короче, высота 57,5 сантиметров. Вот такая хренотень. Интересно, кот это будет грызть или как? В общем, вот. Ну, как я уже говорила, на сайте очень неудобный поиск. Ну, как-то непривычно. Он такой вот, ну, как бы серенький. Там не везде есть описание. Есть где-то комменты, но они какие-то вообще от балды. Ну, вот от безысходности, если вам что-то нужно позарез, и оно есть исключительно только на этом сайте, то да, вот, ну, подойдет сайт. А если так что-то покупать,
купите где-нибудь в другом месте. И по ценам я так посмотрела, там вот, ну, какие-то вещи, вот какая-то штука, я, в общем, думала, может, уже другую какую-нибудь, просто по размерам подходила более-менее, но на колесиках. И фиговина в этот самый, в тот угол. А та, которая на нее поставить просто. В общем, на Озоне оно, допустим, ну, одна штука там была 450 рублей, да, грубо говоря, а тот она была 600. Чем-то. И вот плюс еще эта доставка, значит, еще если подкатит вдруг внезапно под хрупкую вещь, то шило на мыло те же 300 рублей на базу выдачи где-нибудь там выйдет с тем же Озоном. Так что я не думаю, что это вариант, как менять шило на мыло. Как-то так. Но это чисто вот мое мнение. В общем, всем спасибо. Напомню, что это был обзор заказа с магазина MyShop. Всем пока!